Сегодня в Москве глава Чувашии принял участие в совместном заседании Государственного совета Российской Федерации, Совета при президенте страны по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политики. Обсуждались вопросы обеспечения устойчивого развития сельских территорий. Из Москвы наш корреспондент Дмитрий Ковалев. Символично, что члены Государственного совета страны и Совета по реализации национальных проектов и демографической политики собрались в Кремле, чтобы обсудить будущее села именно в день местного самоуправления. Ситуация начала меняться в лучшую сторону, когда в стране была принята программа поддержки отрасли АПК. За это время было сделано немало, но и проблем еще достаточно. Владимир Путин отметил, что в некоторых регионах остались и вымирающие деревни, там, где никто не проживает. Вообще миграционный отток из сельской местности увеличивается из года в год. Причина – этому слабо развитые бытовые условия и небольшая заработная плата. Ее средний размер составляет 14 тысяч рублей. Характерны очевидные диспропорции и для самой сельской местности. В одном и том же субъекте федерации могут соседствовать и перспективные, развивающиеся и деградирующие хозяйства. Сейчас на селе проживает около 37 миллионов человек. А если вы помните, в 2000 году эта цифра была 40 миллионов человек. Дороги, а точнее их отсутствие – главная беда сельской местности России. Эта проблема характерна для всех регионов. Некоторые субъекты, подчеркнул Путин, не обращают внимания на свой туристический потенциал. Эту сферу необходимо развивать, не забывая о том, что село нуждается в новых парикмахерских, магазинах и предприятиях. Остановился президент и на другой проблеме. Работу органов местного самоуправления в ряде регионов сложно назвать эффективной. Хотя абсолютно все муниципальные чиновники пеняют на недостаток денежных средств в местных бюджетах. Районы должны в полной мере использовать свое право передавать поселениям часть поступлений от федеральных и региональных и местных налогов и сборов. Но на практике это делается, к сожалению, крайне редко. Понятно, самим денег не хватает. Самим нужны деньги для исполнения своих собственных полномочий. Но бросать на произвол судьбы поселения тоже нельзя. В Чувашии развитию сельских территорий всегда уделяли пристальное внимание. Ведь в республике за чертой городов проживает около 40% населения. И вот как за последние 10 лет изменился облик чувашского села. Благодаря государственной поддержке более 4200 семей смогли улучшить свои жилищные условия, в том числе и молодые специалисты. В кратчайшие сроки была реализована масштабная программа газификации, построено 2 крупных водохранилища и десятки объектов локального водоснабжения. Вообще Чувашия лучше всех регионов России вводит в эксплуатацию водопровод, прокладывает асфальтированные дороги. Почти 50 деревень всего лишь за 5 лет удалось соединить новыми трассами. Вообще сельская местность в республике переживает лучшие времена, и многие это понимают. Еще одна значимая цифра. В Чувашии сейчас эффективно работают 212 тысяч личных подсобных хозяйств. Но на заседании Государственного совета звучали не только отчеты. Главы делились своими планами о том, как решать проблемы. Одни из проблем на селе – это занятость населения. То, что мы развивали малые формы хозяйствования, я считаю, что мы это правильно делали, ибо объему оформленных кредитных ресурсов – это почти 21 миллиард рублей. Каждая вторая семья сегодня знает, что это такое кредит, платность, возвратность обеспечивается. Тем самым вот здесь стимулирующий эффект очень он высокий. Располагаемые денежные доходы выросли, и по цифрам можно называть, это практически начиная с 2003 года, вот, ответ такой, очень он короткий будет, 3-3,5 раза увеличились располагаемые доходы домашних хозяйств сельской местности. Что же в стране разрабатывается долгосрочная стратегия по развитию сельской местности? Владимир Путин подчеркнул, что необходимо взять на вооружение предложения участников заседания в Волгограде. Но реализуя эти задачи, необходимо помнить о том, что каждый регион уникален по-своему, отметил президент России. Плоды от этих разговоров должны проявиться уже в ближайшие годы. Дмитрий Ковалев и Евгений Анисимов. Республика. Из Москвы.